фирменная поза Рири, томный, сексуальный взгляд в камеру из-за плеча. Певица знает, как правильно подчеркнуть достоинство шикарной фигуры. Эх, всем бы такой навык, поп-принцесса консервативна в выборе позы, не правда ли? Складывается впечатление, будто за спиной звезда прячет канапе, которая умыкнула с фуршета. И все бы ничего, но преступный замысел выдает и ее натянутая улыбочка. А вот Кристина Агилера явно неравнодушна к фотографам. Заметив их на вечеринке, сразу начинает флиртовать. Интересно, как на такое реагирует ее бойфренд-гитарист Матью Раттлер. Супермодель всегда выглядит так, будто она случайно пробегала мимо красной дорожки и внезапно заметила, что ее снимают. Мы не разделяем такого кокетства. У Ангелы Victoria's Secret настолько прекрасная фигура, что прятать ее просто преступление. Тейлор Свифт может не заморачиваться по поводу макияжа. В такой позе достаточно накрасить только половину лица, и удачные кадры на красной дорожке гарантированы. Кстати, интересно, где певица покупает клей, который так хорошо фиксирует ее руку на талии. Линдси Лохан всегда держит ухо востро, то ли пытается похвастаться дорогими браслетами, то ли подслушивает, о чем болтают звездные сплетники. Певица, видимо, брала уроки позирования у Тейлор Свифт. Только в отличие от нее ракурс Адель предпочла немного другой. Текст, Таисия Ступина, фото, Getty Images.